Добрый день, друзья! С вами Любовь. Мы все в ожидании скорого праздника, самого главного христианского праздника – Пасха. И каждый из нас, конечно же, хочет украсить каким-то образом свой интерьер, да, сделать поделки своими руками, может быть, декупаж, или украсить тканью, или мозаикой. Но, в общем, очень хочется подготовиться к этому празднику с душой. И я, наверное, уже последние 2 недели начала готовиться к Пасхе. И хочу с вами поделиться своими поделками. Есть еще время, и вы можете что-нибудь или сами сделать, или со своими ребятишками. Поверьте, это очень увлекательные занятия. Ну, а с вами Любовь и мой канал Next Station. И следующей станции сегодня украшаем яйца к Пасхе. Thank you.
Thank you.